Сидел вот на том берегу, рыбачил. Я вижу, что они сидят там, ну, что-то выпивают, не выпивают. Ну, как бы я отвлекся, я смотрю, что она встает, а он ее, ну, как, то ли встать, то ли задержаться хотел, и все, и она нырнула туда. Бултыхалась, бултыхалась, я кричал, кричал здесь прохожим, никто ничего не отвлекается, пока вот не прибежали и не тащили. Ну, по факту, она уже перевернулась, все лежало. В обеденное время находился в микрорайоне Первомайский, вблизи указанного водоема. Услышал крики мужчины с соседнего берега, по всей видимости рыбак. Он кричал: вытащите ее, вытащите ее, тонет. Я увидел примерное направление, куда он показывает, сразу же побежал к этому месту. Вблизи этого места увидел в воде силуэт человека. Без сознания виднелась только спина куртки. Я сразу же бросился в воду, добравшись до человека, перевернул лицом вверх и стал вытягивать на берег. Вытянув на берег, стал оказывать первую медицинскую помощь, а именно у пострадавшей из дыхательных путей вышла вода, она стала приходить в сознание.